Не темно стало и в самом Екатеринбурге. Рядом сразу с несколькими храмами разноцветными огнями зажглись гигантские елочные шары и фигуры ангелов. Необычную рождественскую сказку устроил для горожан фонд Святой Екатерины. В этом году фонд Святой Екатерины принял решение оформить площадки рядом с храмами города. Уже сегодня вы можете увидеть рождественские инсталляции около храма на Крови, храма Большой Златоуст, Свято-Троицкого кафедрального собора и здесь, рядом с часовней Святой Екатерины. Устанавливать шары и коробки с подарками организаторы начали еще на прошлой неделе, ведь работы немало. Необычная елочная игрушка в высоту несколько метров. А возле храма Большой Златоуст посетителей ждет сюрприз. Внутри шара их встретят Дева Мария и Иосиф. И таких ярких гигантов по городу около десятка. Чтобы всем желающим хватило места, рядом с ними установили световые шары поменьше и новогодние подарки. А вот у городских храмов как никогда силен рождественский дух. Возле Свято-Троицкого собора и часовни Святой Екатерины, что на площади Труда, выросли пятиметровые ангелы. Фигуры не просто украшены по контуру гирляндами. Внутри установлены прожекторы, которые меняют цвет. Но главное, радовать глаз украшения будут аж до весны. А значит, ярче станет не только на улицах, но и в социальных сетях горожан. Я приехал не так давно в Екатеринбург из Оренбургской области, небольшого городка. Для меня в целом очень красиво все вокруг, так как здесь рядом живу. Обратил внимание, устанавливали конструкцию. Сейчас вот было интересно посмотреть. В целом праздничное настроение, очень красиво все оформлено.